В завершении нашего выпуска очередной трогательный случай, пример человечности. Мангастау, молодой верблюд, застрял между трубами на одном из месторождений. На кадрах видеоролика хорошо видно, как сотрудники нефтесервисной компании на одном из месторождений подогнали специальную технику. Далее они обвязали животное погрузочными полотенцами и стали вытаскивать верблюжонка из ловушки. Но для того, чтобы животное сильно не пугалось и не навредило себе, на голову был надет мешок. После счастливого освобождения животное спокойно ушло в степь.